Равенство любви. Добрый день еще раз. И давайте вспомним, какой у нас сезон сейчас стоит за окном. Весна. Весна, да, хотя это уже больше похоже на лето, но это все-таки еще весна, да, это апрель. И чем же апрель характерен для нас с вами? Конечно же, это последствия зимы, да, авитаминоз. Новые овощи еще у нас не созрели, да, если созрели, то они еще подвергаются сомнению, да, как они выращены. Поэтому мы хотим быть здоровыми, красивыми, да, мы хотим носить яркие аксессуары, привлекать к себе внимание, да, и для этого еще чувствовать себя энергичными. Я очень рада сегодня представить замечательную серию для здоровья, это линейка Wellness, которая разработана шведскими учеными. Это очень серьезная линейка продуктов, я очень горда тем, что компания Oriflame представляет эту линию продуктов. Разрабатывалась очень серьезно, научно-исследовательский центр в Швеции, и Гелиоса разрабатывалась практикующими кардиологами для того, чтобы решать серьезные проблемы организма и, самое главное, предотвращать их. Да? Потому что сердечно-сосудистая система, мы знаем, да, страдает прежде всего от чего? От стрессов, да, от волнения, авитаминозов, да, от недосыпания. Поэтому мы хотим быть энергичными, мы хотим быть красивыми. Давайте же познакомимся с этой линейкой, да, этими продуктами, потому что это здоровье изнутри. Только здоровый человек может улыбаться, может красиво одеваться, может хотеть жить, да, и сверкать всеми гранями своей личности. Поэтому самый первый продукт, который есть в нашей серии, это Wellness Pack для женщин и мужчин. Вот такие вот замечательные коробочки, да, которые представлены у нас, рассчитаны на 21 день, потому что каталог у нас 21 день. В каждой коробочке есть 21 вот такой вот пакетик, который очень удобно взять с собой. Внутри каждого пакетика это суточная норма всего, что нужно нашему организму для здоровья. Это капсула витамины и минералы, две капсулы омега-3 рыбий жир и капсула астаксантин. Витамины и минералы, понятно, да, у нас авитаминоз сейчас нужны. Они в лучшей пропорции, которая по Евросоюзу, натуральные, усваиваются 100%, в организме не накапливаются, потому что мы знаем, в аптеке продается синтетика, в организме может накапливаться, не все усваиваться. Омега-3 рыбий жир, да, помним в Советском Союзе, кто еще тогда запомнил, да, как в детском саду очередь и ложечкой давали рыбий жир. Это же было не просто так, да, для того, чтобы организм развивался полноценно, чтобы все процессы там шли как нужно. То есть страна заботилась о здоровье детей, но самое главное, что это нужно еще и взрослым, особенно людям постарше. А для чего? Для того, чтобы память была хорошая, для того, чтобы инфаркты, инсульты предотвращать, чистить сосуды, бляшечки, да, вот эти вот все жировые, вредный холестерин выходит, да, нейронные связи. Весь наш организм зависит от мозга, поэтому если в вашем мозгу вот эти процессы происходят максимально правильно, быстро, да, то тогда все процессы в организме налаживаются. Ну и, конечно же, аномально жаркая жара, да, для конца апреля, ну, для нас нормально, но вообще для нашего организма, который вчера еще страдал от холода, да, для него это уже аномально жарко, мы даже с вами не успели все раздеться, правильно? И вот мы сейчас идем и все потеем, и думаем, блин, ну почему же я дома не разделся, да, потому что мы еще не успели перестроиться мозгами, представьте, что происходит внутри нашего организма. Так вот, такая вот капсула астаксантина, это из шведской бурой водоросли, как раз вот защитит ваш организм от вот таких вот бурных переходов, и самое главное, защитит ваш организм от яркого активного солнца. Да, мы еще даже пигмент не успели выработать, чтобы защищаться от него. Все свободные радикалы, которые образуются в нашем организме за счет жизнедеятельности ежедневно, сейчас еще усиливаются действием активного солнца. Поэтому такой натуральный астаксантин, который в 100 раз сильнее, чем витамин Е, при этом за счет своей натуральности в организме не накапливается, выполняет все функции защиты нашего организма, легко выходит в остатки, есть в таком замечательном наборе. Сегодня я узнала, что только благодаря директору компании Oriflame Татьяне Чернову, что астаксантин в таком виде вырабатывается, производится только в компании Oriflame. Если вам интересно, зайдите в интернет, узнаете больше об этом продукте. Это секрет красоты нашей кожи,
да, потому что мы с вами сюда еще пришли за красотой. 21 день, удобная упаковочка. И что очень важно, такие мультивитамины, минералы можно купить в баночках отдельно, да? Здесь баночка на 60 дней и вот такая вот омега-3 на 30 дней на месяц. Что еще есть в линейке продукции Wellness? Конечно же, детская серия, да, потому что когда пришел Wellness Pack к нам в компанию Oriflame, у меня замечательная история в чем. Я сначала хорошо разобралась в этом продукте, у меня сыну тогда было 11 лет, и я купила самое важное самому дорогому, да, купила своему сыну вот такую упаковку взрослого Wellness Pack. А он у меня стоял на учете у фтизиатра уже в течение, ну, буквально с первого класса школы. Нас все время мучили, манту большое, якобы большое манту, подозрение на якобы какой-то туберкулез. Все время я писала отказные. Ну, в общем, что такое учет у фтизиатра, это я не буду вам передавать. Это постоянные рентгены, постоянная нервотрепка в школе. То, что после, вот у нас как раз совпало, мы пропили одну упаковочку Wellness Pack 21 день, и у нас совпало с походом, очередным походом к фтизиатру. Мы только зашли, мне врач сразу говорит: вы уже готовы писать отказную, либо пить препарат? Я говорю: нет, пить препараты мы ваши не будем, потому что это отравление организма. И когда нам сделали манту и посмотрели на наши анализы, нас сразу же сняли с учета. Сразу же, через 5 минут, потому что при любом подозрении на якобы туберкулез манту никогда не уменьшается. Сейчас манту первый раз в жизни было в норме. И все показания по медицине, по крови и моче, они были в норме. Поэтому мы испытали огромное облегчение. И это была самая большая победа в нашей жизни. На сегодняшний день мой сын больше не принимает ничего, кроме Wellness Pack. Но он мальчик, его нужно заставлять, он об этом забывает. Но как только он заболевает, он говорит: мама, ничего, только Wellness Pack. Где мой Wellness Pack? Поэтому и тогда он быстренько выздоравливает. То есть буквально выздоровление у нас идет 1-2 дня. Ему уже 15 лет, и он вырос за это время на таком замечательном продукте. Но тогда не было у нас детской серии. Не было детской серии. А сейчас она есть. Смотрите, такие замечательные детские жевательные витамины. Они жуются, они очень вкусные. Я их пробовала на 21 день со вкусом апельсинчика. Дети очень любят их жевать. И я недавно тоже как бы появился этот продукт. Я купила сыну. Он их пить отказался, жевать. Он говорит: мама, я не маленький, чтобы жевать твои. Но я его заставила, он их таки дожевал. И осталось буквально 3 таблеточки, и тут я заболела. Взрослого Wellness Pack в доме не оказалось, как назло. И я вот эти 3 таблетки бросила в рот, переживала и побежала на работу. К вечеру я забыла вообще, что с утра я была больна. То есть какой-либо грипп был. Поэтому испытала на себе. Очень вкусно и очень здорово. А детская омега-3, да, мы говорим, что детям в детстве раньше в Советском Союзе давали. Почему отменили, кто знает? Никто не знает, да, потому что экология стала грязная, пошли отравления, случаи отравления рыбьим жиром. То и государство сняло с себя такую ответственность и возложило на родителей. А родители, в свою очередь, решили, что государство не заботится, и они не будут. Да, у нас же все мы на детские сады, на школы возлагаем. Поэтому никто не дает нашим детям омега-3, да, рыбий жир. И на сегодняшний день единственная компания Oriflame появился такой детский рыбий жир. А если вы помните, то рыбий жир, он неприятный на вкус. Вот детская омега, она со вкусом лимончика, дети охотно пьют, потому что такой легкий, кисленький привкус, очень вкусно и очень полезно для наших детей. Чем отличается эта омега-3 от взрослой? Это очисткой. Здесь усиленная очистка, пятикратная очистка, то есть максимальная очистка. Замечательная баночка, дети пьют с большим удовольствием. У нас вот был последний семинар, мы видели, как дети привычно просят уже детскую омегу. И здоровое формирование организма. И что предлагает компания Oriflame? Есть у нас такая подписка. Вы можете оформить подписку, и в течение 3 каталогов вы приобретаете этот продукт по полной цене, а в 4-м каталоге этот продукт
ну, в данном случае это детские витамины, есть подписка на омегу-3 детскую. Четвертый продукт вы получаете бесплатно. Ну, за 1 гривну. Поэтому очень хорошее предложение, да, можно сэкономить на 4 упаковках 25% стоимости этих продуктов. И давайте посмотрим на ролик. Wellness Oriflame представляет. Я не люблю завтракать. Я даже не помню, чтобы что-нибудь съела сегодня на завтрак. Кусочек хлеба с маслом. А я знаю, нужно есть что-то питательное, чтобы хорошо учиться в школе и все успевать. Привет, меня зовут Елена. Я живу и работаю в Стокгольме в глобальном офисе Oriflame. Моему сыну Алексу 5 лет. Он очень веселый и активный ребенок. Он любит много играть и проводить время с друзьями. Но он становится невероятно упрямым, когда дело касается еды. Недавно он решил, что будет есть только гамбургеры, хот-доги и картошку фри. Мне невероятно трудно заставить его съесть овощи или, например, рыбу. Это меня очень беспокоит, ведь я хочу, чтобы мой сын рос здоровым. Я подумала, что, возможно, стоит давать ему витаминные комплексы. Я много читала об этом, но не уверена, действительно ли они так полезны для детей. Буквально каждую неделю публикуются все новые научно-исследовательские данные о витаминах и других нутриентах. Я давно изучаю этот вопрос, консультируюсь с научными представителями, и сегодня я убежден в их необходимости. Недавно я прочитал статью, где говорится, что 75% американских ученых сами постоянно принимают мультивитамины. И чтобы не говорили скептики, жизнь дает вам то, во что вы верите. А я искренне верю, что витамины и другие необходимые нутриенты помогают мне сохранять здоровье и отличное самочувствие. Вот, посмотрите, что ребенок 7 лет должен съедать за день. Это приблизительно 400 грамм овощей и фруктов. Тут также есть рыба, а рыбу дети должны есть 3 раза в неделю. Теперь посмотрите, сколько они съедают на самом деле. Всего 200 грамм овощей и фруктов. А вот здесь можно увидеть все, что дети предпочитают есть. Теперь понятно, что проблема существует. Дети едят меньше овощей и фруктов, чем необходимо для их роста. Именно поэтому мы рекомендуем им принимать мультивитамины. Витамин D отвечает за формирование и рост костей и зубов. Витамины А и С необходимы для укрепления иммунной системы. Витамины группы В нужны для развития мозга и нервной системы. Таким образом, витамины влияют на работу всего организма. Без них невозможен хороший обмен веществ и здоровый рост. У наших мультивитаминов и минералов вкусный цитрусовый аромат. Они сладкие, потому что содержат ксилит, полезный для зубов. Его вы найдете в составе жевательной резинки. Формула комплекса разработана согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для детей от 4 до 9 лет. Им нужна 1 таблетка в день. Если вашему ребенку больше 9 лет, то 2 таблетки. Омега-3 от Oriflame специально выпущена в жидкой форме, чтобы ее можно было давать даже самым маленьким детям. Это экологически чистый рыбий жир, без консервантов и искусственных красителей, подвергнутый 5-ступенчатой очистке. В состав омега-3 добавлено натуральное масло лимона, которое приглушает характерный вкус и запах рыбьего жира. Дети активно растут и развиваются. Особенно это касается нервной системы и всех органов. Омега-3 являются строительным веществом мембран клеток, которое самим организмом не вырабатывается. Если они поступают в достаточном количестве, то и развитие клеток и тканей будет полноценным. Поэтому жирные кислоты называются незаменимыми. Я обожаю свою внучку Клару. Она такая забавная. Ей 5 лет. В этом возрасте мозг развивается очень быстро. Вот почему рыбий жир и мультивитамины так важны. Каждое утро Клара, как и вся наша семья, принимает Wellness.
Я думаю, всем родителям важно, чтобы их ребенок питался здоровой пищей и получал правильные витамины для полноценного развития. Все, что я узнала сегодня о wellness для детей, это Reflame, кажется мне очень убедительным. Я определенно возьму домой омега-3, мультивитамины и минералы и буду давать их Алексу. Ему наверняка понравится их цитрусовый аромат. Я понимаю, что он не начнет есть рыбу прямо с завтрашнего дня, но, по крайней мере, я могу быть уверена, что он получает необходимую норму жирных кислот, витаминов и минералов. Как мать, я должна быть в этом уверена, потому что это и полезно, и абсолютно безопасно. Серии wellness для детей мы, безусловно, на правильном пути. Хочется поаплодировать такому ролику, да? Смотрите, новый замечательный продукт компании Reflame – это wellness-суп. Это растительные белки. Там два вкуса, это спаржа и томат и базилик. Они два совершенно разные вкуса. Запариваются кипятком, там идет мерная ложечка, запариваются кипятком, получаем обычный наш обед, да, очень хорошо набухает клетчатка. 100% натуральный. Три минуты достаточно, да. Но он вкуснее, если он немножечко подостынет. Когда он слишком кипяток, то вот этот насыщенный вкус, хочется немножечко остудить его. Давайте посмотрим поближе. О супах можно говорить много, но я думаю, что у нас сегодня... Ага, хотела бы сказать про коктейли. То ли я их не увидела на экране, да? Потому что коктейль, суп, это понятно, это вкусно, это питательно, это горячо, да. Очень хорошо, что там все незаменимые аминокислоты, которые нужны нашему организму. Но также в моем рационе, в рационе моей семьи еще присутствует такой замечательный коктейль Natural Balance. Это уникальная запатентованная формула стигостена. И мы начинаем утро нашей семьи с вот такого вот коктейля. Ну, в частности, я. Я развожу холодной водой, и очень вкусно. По вкусу напоминает как советский коктейль. Но самое главное, что я даю своему сыну на завтрак, вместо завтрака. Потому что раньше у нас был чай и бутерброды, и я думала, что ребенок получает все, что нужно. Да, когда я разобралась, то я поняла, что ничего полезного там нет. Да, это якобы видимость, что ребенок позавтракал. Поэтому сейчас на завтрак я даю своему ребенку коктейль, но он с водой пить не хочет. Я делаю с холодным молоком. И тогда он приходит, да, 15 лет, он такой приходит: «Мама, я хочу еще!» Да, такой вот тут тоже парень, уже скоро будет выше меня ростом. И я знаю, что мой ребенок получил все самое необходимое. Лично у меня, я как-то очень люблю, на вкус замечательный, дает стройность, все проблемы со стулом, у кого есть проблемы. И что очень важно, дает энергию. Когда я начала первый раз пить коктейль, это был август месяц, 40-градусная жара. Выходишь на улицу, жара чувствуется только снаружи, внутри никакие процессы не происходят. Поэтому рекомендую вам больше познакомиться с продуктами линейки Wellness, взять их для себя, для своей семьи, для своих детей, всегда быть красивыми. И что хочу еще сказать, не забывайте пить воду. 1,5-2 литра воды в день обязательно. Это будет ваш самый главный секрет вашей красоты. Я желаю вам здоровья, будьте счастливы, красивы и успешны. Спасибо.